Добрый вечер! Сегодня, в среду, 2 марта, я расскажу вам о том, что такое счастье. А счастье вот оно. Я полностью переехала на турбазу, у которой удивительное название Paradise Call. И это начало нашей истории, Fajo Bahamas и Bahamas Wellness Association. Закончился рабочий день. 6 часов вечера. Моя так долгожданная и мечтательная первая ночь на турбазе в полном единении с природой. Туристы и сотрудники разъехались, а я начинаю новый путь длиной в месяц. Это наши оздоровительные программы на турбазе в Академии Bahamas Bioenergy Academy, основанной на разработках и базе обучения корпорации Fajo. Я так вам скажу, мои дорогие, это может быть роща, как, например, у нас на Петропавловском озере. Это может быть любой прекрасный уголок земли с хорошо сохранившейся естественной природой. То местечко, когда вы, попадая в этот рай, вдруг чувствуете, что в вас начинает просыпаться истинное «я». И вы вдруг осознаете гораздо больше и получаете такой жизненный заряд, который в городе вам даже и во сне не снится. Ну вот и я с вами. Вечернее купание после заслуженных 2 дней тренировок и освоения, полного освоения нашей спа-комнаты. Конечно, внутренняя организация будет еще продолжаться до тех пор, пока внутренняя атмосфера нашей спа-комнаты или здравницы не будет приносить эстетическое удовлетворение и просто чистую человеческую радость от того, что ее посетили. Ну вот, на закате солнца, где-то, наверное, через 15-20 минут вы еще раз увидите красоту живой природы. И на минуточку, никто меня не побеспокоит до завтрашнего утра. Это было еще одно крещение. Посмотрите, как прекрасен океан. Вода просто как парное молоко. И прогуливаясь
час назад по побережью, я поразмышляла о том, до чего же замечательная жизнь. Где-то есть серьезные катаклизмы, где-то есть очень сложные ситуации. Но ведь все зависит от того, как мы на это прореагируем. И чем больше мы сохраним здравомыслие и будем действовать во благо жизни, во благо спасения традиций, культуры, жизни своей и своих близких, нас не победят. А это, вы знаете, это как раз те темные силы, бесовщины, против которой у нас есть врожденный и очень сильный иммунитет. Да, с заходом солнца сразу же появляется мошкара и комары, ну как на любой другой турбазе. Но тем не менее, вот это соединение с чистой природой, с этой тишиной, с этими невообразимыми красками, которые делают нас поэтами, художниками, артистами, в общем, творческими людьми, потому что творчество, оно и есть сама жизнь. Мы созданы по образу и подобию Творца, поэтому нам обязательно нужно творить. И чем больше мы творим хорошего, тем лучше у нас здоровье и тем радостнее наша жизнь. Ну и как обычно, после каждого купания и прогулок босиком по пляжной водной кромке нужно просто сполоснуть песочек. Ну вот, мои дорогие, мы ждем вас здесь на проведение и организацию совместно фестиваля здоровья в русском стиле, в русском духе, с русской кухней, ну и, конечно, с русскими танцами. И я думаю, для всех это будет еще одна возможность вспомнить то, что забыли, или еще раз прожить эту жизнь, в которой мы периодически окунаемся и возрождаемся, потому что наша культура – это очень сильный мотиватор, это очень важный аспект нашего существования. Посмотрите, какие замечательные ракушечки я насобирала. Вы видите краски? А все началось с вечерней прогулки по кромке океана. И красота цвета вот этих ракушек привлекли мои мысли поделиться с вами этой замечательной историей о том, что такое счастье. Счастье – это когда ты в единении с истинным «я».